Шановні гості, а зараз до вашої уваги мініатюра за мотивами оповідання Умберто Еко «Воно». Події, що розкриваються в цьому творі, відносять нас у доісторичні часи, в часи кам'яного віку. Проте проблема, яку доносить до нас автор оповідання, актуальна і сьогодні, як ніколи. Саме тому ми поєднаємо в образах персонажів доісторичні елементи з атрибутами сучасності. Как успехи, профессор? Какие успехи? Целых 5 лет вы работаете здесь внизу, и никто ни разу вас не потревожил. Мы доверяем вам, насколько можно верить на слово. Пора предъявить работу. Вы попали в точку, генерал. Я хотел еще немного подождать, но вы меня разодорили. Я сделал ее. Клянусь солнцем, нужно показать его миру. Смотрите. Это камень. Верно. Это камень. Но не такой, как все. Мы не станем попирать его ногами, а лучше возьмем его в руку. В руку? Именно, генерал. В этом камне заключена великая сила, о которой до сих пор даже не мечтало человечество. Мощь, равная мощи миллионов людей. Смотрите. Невероятно! Это что? Так, сущие пустяки. Хотя пальцами вы ничего подобного не сделаете. Вот, вот орех. Возьмите, генерал, в руки. Пробуйте, раздавите его. Перестаньте, Кайл. Вы прекрасно знаете, что никто из нас не способен сделать этого. Только динозавр ударом лапы. И только динозавр лакомится мякотью и пьет этот сок. Теперь смотрите. Клянусь солнцем, Ка, это замечательная вещь. Сила человечества возросла в сотни раз. Теперь ему не страшен никакой динозавр. Он стал повелителем скалы и деревьев. У него появилась еще одна рука. Да что я говорю, сотня рук. Где вы его нашли? Нигде. Я его сделал. Сделали? Что вы хотите этим сказать? Это значит, что раньше его не существовало? Вы сошли с ума, Ка! Должно быть, оно упало с неба. Или его принес конец солнца, или один из духов ветра. Как можно сделать то, чего раньше не существовало? Можно. Можно взять камень и бить по нему другим камнем, пока не придашь нужную форму, такую, чтобы рука могла обхватить его. А после, с помощью этого камня, рука сможет сделать множество других камней, еще больше и еще более острых. И этот сделал я, генерал. Надо показать его всем, Ка! В сердце! Наши мужчины станут неуязвимыми. Мы сможем выйти на зверя. Мы сможем растерзать его, оглушить раньше, чем он нас. Мы сможем убить змею, расколоть панцирь черепахи.
Мы сможем убить великое солнце. Мы сможем убить... человека. Теперь мы сможем напасть на Орду Каама. Они выше, они сильнее нас. Но теперь окажутся в нашей власти. Мы уничтожим их всех до единого. Ка! Ка! Это победа! Именно поэтому, генерал, я не хотел вам показывать свое изобретение. Я понимаю, что сделал страшное открытие, которое изменит мир. Я осознаю свою ответственность, ведь я открыл источник страшной разрушительной силы. Ничего подобного на Земле еще не было. Поэтому я бы и не хотел, чтобы другие познакомились с ним. В противном случае война станет самоубийством. Орда Каама вскоре тоже научится делать подобные камни, генерал. Тогда в следующей войне не будет ни победителей, ни проигравших. Этот предмет задумывался как орудие мирного труда, прогресса. Но теперь я вижу, что оно несет с собой смерть. Я уничтожу его. Помнитесь, Ка! Это все глупые щепетильность ученого! Вы не имеете права. Целых 5 лет вы провели здесь внизу. И ничего не знаете о мире. Мы идем к цивилизации. Если Орда Каама победит, не останется больше ни мира, ни свободы, ни радости для людей. Наш священный долг – овладеть вашим изобретением. Это вовсе не означает, что мы воспользуемся им тотчас же. Главное, чтобы они знали, что оно у нас есть. Мы продемонстрируем его на глазах у противника. А с тех пор, как они будут знать, что оно у нас есть, никто не посмеет на нас напасть. А пока мы можем равнять им землю, строить новые пещеры, копать могилы. Достаточно иметь его. Совсем не обязательно пускать его в ход. Это оружие страшной силы. Оно остановит каамовцев на 100 лет. Нет. Нет, генерал. Как только мы овладеем им, нас уже ничто не остановит. Его нужно уничтожить. Да вы просто идиот! Хоть и приносите пользу. Вы играете на руку нашим врагам. Потому что вы прокаамовец. Как и все подобные вам интеллектуалы. Как кто-то это. Который вчера твердил о союзе всех людей. Вы не веруете в солнце! Я знал, что мы придем к этому. Я не прокаамовец, генерал. И вам это прекрасно известно. Но согласно 5-му закону из солнечного свода правил, я не буду отвечать на вопрос, который может навлечь на меня гнев духов. Думайте, что хотите, но оно не выйдет за порог этой пещеры. Я говорю, выйдет! И сейчас же, во славу Орды, во славу мира, во славу цивилизации!